послушайте историю в стихах, которая могла бы быть на самом деле. Чарли Паркер лежал на диване в нирване, есть сода, виски и на кармане мани, даже там за буфетом, но сейчас не об этом, есть это, спрятанное в газету. Должен отправлять путь от заката к рассвету, но сейчас не до этого, сейчас не об этом. И все должно случиться, но стучит у виска, крепко держи птицу тоски оскал. Вот Бёрд натянул свои джинсы Левайс, в дверь постучали, гости Майлз. Чарли, привет, как дела, все нормально? Вот таблетки, прими перорально. Давай вне закона, на крыльях дракона слетаем туда, где ничего не знакомо. Летим через бури, снега и метели. И мне очень жаль, что они не долетели. Спасибо, Иван Нагляни играл с нами сегодня первый раз, буквально на ходу. Катя Менс, басун за низкие частоты, черных и белых клавиш, и электричный бас. Спасибо за внимание. Спасибо, всего вам доброго.